8 марта я проснусь, умоюсь, буду готовиться к игре «Динамо Минск» «Шериф Тирасполь». И, конечно же, вечером буду смотреть футбол. Футбол «Динамо Киев» «Лацио». Но в этот день, естественно, мы будем поздравлять наших дорогих. Дорогие наши мамы, бабушки, жены, дорогие девушки, дочки. Мы вас хотим поздравить с Международным женским днем. Любим вас, обнимаем. Желаем всего самого только хорошего. Здоровья, красоты, удачи и всего самого только наилучшего. От всего коллектива «Динамо Минск» мы вас поздравляем. Буду поздравлять, танцевать и слать смайлики.